Успеваем еще? Да, у нас, да, есть время на... Это вопрос... Это белый, это любую карточку тогда вы выбираете. Ну, вот белый голубую цвет, я, да, голубую, да, это на подумать. Вопрос на подумать. Пробовали ли вы мясо животного, которого неприятно есть? Не принято. А, не принято, да, есть. Уже, да, а, я выучил. Не принято? И да. Какого? Да, но не животное, скорее... Ну, не знаю, для многих и морепродукты какие-то являются, ну, экзотическими. И там, да, у иудеи не едят там креветок просто. Ну, нет, мне нравится, допустим, там морской ежик, чудесный. Угу. Причем на Сахалине, как выяснилось, они значительно вкуснее, чем в Париже. Угу. Вот. А, наверное, не животные, а вот насекомые меня приводили в ужас. Это и в Восточной Азии. Да, да, вот, да, эти, да, все какие-то кузнечики, тараканчики, жучки. Хотя надо признать, что если перешагнуть через то, что ты знаешь, где это прыгает и как это, то это вкусно. Угу. Вот. Как и лягушачьи лапки тоже, в принципе, если не представлять себе лягушку. Угу. Вот. Но просто курятины, да. Так, я с мясом завязал полтора года назад. Да, кстати, мы с вами обсудили, что это... мне теперь значительно проще. Надо писать книжку, как можно сбросить 15 килограмм. Не буду никого обманывать, честно скажу, страх – двигатель прогресса. Вот надо придумать себе пугалку, и тогда и не захочется. Потому что до тех пор, пока вот сейчас я 3 недельки поразгружусь на диете, там, да, это приносит результаты, но потом все возвращается, организм замирает, потому что какой-то непривычный режим. И дальше, когда вы даете слабину, он набрасывается на вас и увеличивает вас, ну, как минимум в 2 раза от того, что вы потеряли. Только когда вам расхотелось, тогда... Не страшно, что это вернется, и, ну, меняются какие-то вкусовые пристрастия. В общем, я себя переубедил. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».